Под термином «тайные операции» следует понимать все виды деятельности, которые проводятся или одобряются правительством Соединенных Штатов Америки против враждебных иностранных государств или групп. Однако эта деятельность планируется и осуществляется так, что внешне никак не проявляется ее источник – правительство Соединенных Штатов Америки. А в случае ее разоблачения правительство США может правдоподобно отрицать до конца всю ответственность за нее. Из директивы номер 10/2 Совета национальной безопасности США –